Пока я катался, на Алике количество катательных товаров увеличилось, как интересных, так и что-то угарное. Сегодня мы посмотрим, что там и как. Можно ли что-то заказать? Если хочешь еще такие видео, или чтобы я заказал что-нибудь с Алика для самоката, обязательно ставь лайк. А также напиши в комментариях, что бы ты хотел увидеть. Начнем с вилки. Понятия не имею, что за фирма, но дальше будут детали от нее поинтересней. Называется Gravity. Сразу скажу, что покупать эту вилку нельзя, и говорю я для отдельных личностей, что 5700 вы выкинете в унитаз. Эта супер прочная вилка может и проживет какое-то время, но ничего хорошего не ожидайте, если вы стали ее первым обладателем. Надеюсь, этого не случится, так как я всех от такой участи уберегаю. И это чисто в информативных целях. Тормоз за 700 рублей для скута. Мелкие два болта, скорее всего под четвертый шестигранник, написано подходят для Gravity, Fox, Fusion, Razor, Pulse, MGP, Lucky, Phoenix и District. Если прикинете, что он вам подойдет и вам нужен тормоз, то в принципе можно и взять. Самокат Gravity Zero. Блин, пацаны, не заказывайте самокаты, это просто смешно. Написано для продвинутых. Вот это чудо стоит 17 тысяч и весит 4 килограмма. И полите, что написано. Размер обуви 50. Это для какого же такого гигантского пацана этот супер крутой невипический комплит? Далее у нас идет очень смешная очередная вилка за 5000, ну я думаю уже вы поняли, что нужно делать. Вообще можно пожаловаться на продавца и так далее, ну типа, почему нет? Потому что у этих вилок нет заказов, я всем говорю их не заказывать, но очень много людей спрашивает, и я прям вообще в шоке, поэтому приходится говорить. Переходим к довольно интересному, это колеса. Колеса Gravity. Напоминают Руты. Ну, я бы даже сказал, что это откровенная копия Root Industries. Стоят эти колеса 3200 рублей за пару. За 3400 есть уже фулкоры ойлсликовые, которые выглядят поинтересней. И тут уже есть фото в разрезе, на котором мы можем понять, что колеса сделаны не самым херовым образом. Гелик даже держится. То есть не просто натянут, а есть место как бы на диске, куда он затекает. И это правильно, это добавляет прочности. За 3500 есть еще интереснее. Смотрите, полностью черные фулкоры 120 размера. Это уже даже мне интересно на таком катнуть. Но зацените описание. Материал. Какие-то формулы, высокий пластик, полиуретан, жесткость 88А. И тут интересный пункт. Устойчивость 85%. Что значит устойчивость? Это типа 85% нагрузок они выдержат? А где тогда другие 15%? Ну или же прям откровенно пишите «колеса говно». Интересно, каким таким образом подсчитана устойчивость 85%? А ну да, взято из головы, я забыл. Я даже подумываю снять видео о том, почему я не беру дорогие колеса, и у меня есть на то свои причины и обоснования. Короче, это моя точка зрения, если вам интересно, то я могу снять такой видос. SKS Gravity за 1700 рублей. Который подойдет для оверсайз и стандартных рулей. Я бы не рискнул заказывать это, но довольно-таки, короче, не внушает доверия. Но это единственный СКС, которому продается сейчас на Алике. Что поделать? Дефицит СКС зажимов. Сейчас интересный момент. Видите эти колеса? Ничего необычного, правда? 120 мм, 88А, это все, конечно, хорошо. Да-да, фристайл скутеры, отскок. Но что такое интимные аксессуары? Не, ну я как бы ни на что не намекаю, но это 120-е колеса обычные. Без намеков, правда. Одни из самых дешевых колес на Алике это вот эти. Они стоят 1200 рублей за пару. Они, правда, сотые, но тут есть и заказы, и отзывы. Пацаны говорят нормальные колеса. Плюс дизайн прикольненький. Большие шкурки по 500-600 рублей с необычными дизайнами. Ну и еще один лот со шкурками. Классные. Grips и Shadow. Интересных цветов, которые напоминают грипсы Root, но выглядят в принципе почти так же, и стоят 900 рублей. И напоследок, довольно интересная вещь, это наклейка на стену. Она небольших размеров, например, над розеткой, под розеткой, ну или выключатель. Смотрится прикольно, думаю, будет радовать глаз, ну, на этом у меня все. На некоторые из этих товаров я оставлю ссылки в описании, не забывайте оценивать и подписываться. Пока!